что насчет этой карты? Похоже, сланцевый бес установил зайца в свой боевой способус. Идиотский выбор оружия, но раз уж на то пошло, ты берешь карту и вставляешь зайца в свою боевую картотеку. По крайней мере, ему там будет безопаснее. Ок. Ты складываешь оба способуса в свое боевое портфолио. Любой уважающий себя боец никогда с ним не расстанется. Собери разлетевшиеся куски своего огромного молота. Как ни странно, поломка кувалды изменила образ с молотовидного на рукояткавидный. Притом настолько радикально, что инвентека выбросила боёк от молотка, дабы поддержать единообразие. В пылу сражения ты этого даже не заметил. Ты поднимаешь рукоятку кувалды, выкидывая из инвентеки бесполезную статуэтку Арлекина. А теперь почини молот. Ты объединяешь боёк кувалды с рукояткой и вставляешь их в боевую картотеку, восстанавливая молотовидный образ. Рукоятка молотка выбрасывается из картотеки, поскольку теперь здесь нет места никаким рукояткам. Очевидно же. Отлично, теперь чего? Тебе пишет Дейв, но у тебя сейчас нет времени читать всякую чушь. С твоей комнатой что-то не так, и ты не можешь толком понять что. Роуз, быстрее запускай генератор! Ты запускаешь генератор и втаскиваешь шнур в мавзолей. Само собой, было бы глупо включать генератор в закрытом пространстве. Правила работы с генераторами должен знать каждый. Роуз оскверняет могилу. Извини, Джасперс, для ноутбука нужно место. К тому же, твое последнее пристанище – это уже издевательство. Ты давно должен был разложиться под клумбой петунии, как обычный кот, а не лежать чучелом, втиснутым вшитый на заказ крошечный костюм и заколоченный в детский гроб. Роуз подключает ноутбук. Ты подключаешь свой ноутбук и вновь соединяешься с интернетом. Все довольно предсказуемо падает из твоей инвентеки, но ты не беспокоишься об этом, у тебя есть дела поважнее. Похоже, Дейв заметил, что ты снова в сети. Он словно специально тебя поджидал. А вот и Джон. Что, прости господи, он затевает? Дверь, Джон, посмотри на дверь. И правда, разве Роуз не бросила дверь на твоей кровати, сорвав ее с петель? Кто-то или что-то вернуло ее на место и оставило приоткрытой. Чрезвычайно тревожно, разберись. Но это уже ни в какие рамки. Роуз достает Джона. О, вот и ты. Джон сказал, твой дом горит. Ты уже в огне или чё? Нет. В настоящий момент я нашла убежище в небольшой постройке, что намного ближе к лесному пожару, угрожающему моему дому. О, лады, это успокаивает. Джон просил достать игру, чтобы я помог тебе, так что я работаю над этим. Работаешь? Ну да, копия бро. Долгая история. Эй, не говори Джону, но я думаю, что он, наверное, он был прав насчет кукол. Они типа меня пугают, мальца. Ты имеешь в виду коллекцию твоего брата? Я о том, типа, не пойми меня неправильно, это все круто и вообще это полуироничная фишка с куклами и все такое. Или полуироничная. Ёп, ну тупо не знаю. Мне просто кажется, вся эта хуйня далековато зашла и походу она мальца ебанутая. Я видела его веб-сайты. Они мне нравятся. Ну, а то. Бля, если б только малыш Кэл на меня так не пялился своими мертвыми глазами. Боже. Иногда мне снится, что он настоящий и разговаривает со мной. И тогда я просыпаюсь в холодном поту и тупо выпадаю на стрём. Любопытно. О, блин, нафига я только что рассказал тебе свой сон? Ты теперь точно меня этим затроллишь. В данный момент я неистово строчу абзацы текста в одной из многих моих заведенных на тебя психоаналитических досье. Опубликую на днях. Ведь в самом же деле, нам сейчас и впрямь нечем больше заняться, кроме как анализировать тяжелые психические расстройства друг друга. Лады, я погнал дальше. Кстати, тебе Джон писал чё? Мне он не отвечает. Мне он тоже не отвечает, но я наблюдаю за ним. Полагаю, сейчас его внимание поглощено тем, что ему на голову только что вылил ведро воды призрак его покойной бабушки, который, по всей видимости, одет как клоун. Ладно, я пошел. Бай-бай. Расспроси эту сумасшедшую.
Бабуля? Угадал, дорогой. О, да я чуть не родила от испуга. Да уж, по мне так твоя шутка удалась. Отлично сработана, бабуля. Кстати, ты действительно моя мертвая бабушка? Конечно, Джон. Я вернулась, чтобы помочь тебе в путешествии сквозь медиум и выше. Я рада видеть, каким замечательным молодым человеком ты стал. Весь в отца. Окей, поверю тебе на слово. Я вообще тебя не помню. Папа сказал, я был совсем маленьким, когда ты умерла. Эй, кстати, ты не в курсе, где он сейчас? И я его обыскался. Твоего отца похитили? Нет. Когда ты переместился в медиум, его схватили те самые темные силы, что пробудились при твоем появлении. Что? Ладно, что еще за медиум? Место, где мы сейчас находимся. Точно кольцо кромешной пустоты. Это пространство разделяет свет и тьму, вращаясь в центре стратосферы. Мира, что существует вне времени твоей вселенной? Ты о том, что мы типа внутри компьютера, или игры, или вроде того? Компьютер? О, что это, дорогой? Какое-то новомодное изобретение вроде безлошадных автоповозок? Ну, это такая машина, которая типа... Ха-ха-ха-ха, ну конечно же я знаю, что такое компьютер, Джон. Это всего лишь шутка. Ха-ха-ха-ха-ха. О, ладно. Нет, Джон, ты не в компьютере, не в игре и ни в чем-либо подобном. Постарайся мыслить шире, дорогой. Игра, что привела тебя сюда, была лишь ключом для открытия врат. Можно сказать, запуск ее программы позволил обратиться к этой версии вселенной, которая, как бы парадоксально это ни звучало, всегда существовала независимо от какой-либо физической машины. Не уверен, что понял, но ладно. И что мне теперь нужно здесь делать? Думаю, будет лучше, если я расскажу тебе все с самого начала. Продолжай. Над медиумом, за семью вратами, прямо в центре стратосферы, расположено место под названием Ская. Легенда гласит, что Ская служит колыбелью для безграничного творческого потенциала. Тебе интересно, что это значит? Боюсь, я не могу рассказать, дорогой. Стоит ли говорить, что пока существует столь важная сфера, силы света всегда будут рьяно защищать ее, в то время как силы тьмы будут так же неистово жаждать ее гибели. И так уж случилось, что в центре всей сферы, чья судьба неясна, тьма и свет сошлись в бесконечной схватке, и никто не в силах одержать верх. Да, они могли бы бороться вечно, до тех пор, пока не появился ты. Я? Да, Джон, ты! Прежде чем случился казус своим пеплом, как ты помнишь, существовало первое воплощение спрайта, которое возникло в результате рождения ядра. Видишь ли, это рождение произошло автоматически в ответ на твое прибытие. Исходная пара ядер, темная и светлая, несут в себе информацию, которой они были прототипированы до своего появления. Одно отправилось вниз, в королевство, окутанное тьмой. Другое наверх,
в королевство, залитое светом. Каждая расположилась в шаре на вершине одного из четырех шпилей. Шпили возвышаются над престолами, каковых существует два, предназначенных для соответствующих верховных властителей. И как только ядра заняли свои места, игра пришла в движение. Началась настоящая война. Свет против тьмы. Добро против зла. Это война, в которой силам света предначертано поражение. Как бы они ни боролись, и как бы близка ни была победа. Стало быть, все это бессмысленно. Ух ты, серьезно? В чем тогда смысл? А выяснить это придется тебе, дорогой. Понимаешь, путешествие, на котором ты вот-вот сделаешь первый шаг, есть величайшая загадка. Фига себе. А пока твоя задача идти к Скай и пересечь первые врата, которые находятся над твоим домом совсем невысоко. До каждых следующих врат будет все сложнее и сложнее добраться. Поэтому приготовься к всевозможным приключениям. Как мне туда подняться? Строй! Ок, кажется, до меня дошло. Так выходит, битва между добром и злом ничего не значит? Ну, не знаю, звучит это все немного странно. Но в любом случае, сначала нужно достроить дом, чтобы добраться до врат. И тогда я смогу спасти своего отца. Да, Джон! И после этого мы решаем штуку с величайшей загадкой и спасаем Землю от уничтожения. О, боюсь, что нет. Твоей планете пришел конец, дорогой. Ты ничегошеньки не можешь с этим поделать. Ох. Однако твоя цель куда важнее спасения этой дряхлой глупой планеты. Цель? Да, мне придется согласиться с этой призрачной коргой. Джон, ты такой хороший мальчик. Я знаю, у тебя все получится. Спасибо, бабуля. Ты хороший мальчик, а хорошие мальчики заслуживают угощений. Ура! Пойду испеку тебе немного печенья.